И всем бонжур, батончики! И сегодня, по запросу одного моего подписчика, наверное, меня попросили поиграть в игру Party Craft, то есть школьная вечеринка крафт, но написано Party Craft. Вот так вот. Но перед началом этого видео прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Ну а я начинаю, а еще не забудьте тыкнуть на колокольчик. Итак. Ну, заходим. Интересное тут начало. Смотрите, как машины все в какой-то фигне. Ну, наверное, это какие-нибудь слаймы, не знаю, шарики. Молчим, легенды. Никто не знает, какая-то это, наверное, легенда. Кстати, а еще, наверняка никто не знает, куда уезжает этот автобус. Не, ну серьезно, давайте пойдем за этой машиной и посмотрим. Куда уходит эта машина? Куда они уходят? Че? По-моему, давайте поедем за этими машинами. Ну, короче, вот так вот. Кстати, вот это мой дом. Вот такой. Так, уже у нас первое. Тут, видимо, надо... Я построила домик на дереве. В доме. Тут у меня вот так вот. Я специально сделала ступени, чтобы не залазить по дереву. Потому что тяжело как-то. Я закрываюсь постоянно от людей, чтобы они не заходили ко мне домой. Но они все равно тут. Как это работает, я не знаю. О, ламба, ламба, красная ламба. Иди сюда. Все, теперь моя ламба. Ламба, ламба. Стойте. Так там бот. А что мне опять не тыкается? А, нет. Еще у меня теперь есть ламба. Понятно? Кстати, почему-то у этого... Я тут аккуратно езжу, я умею ездить, если что. Это доказательство. Ай, напуск. Ай. Это мне надо. Я обожаю тут сундучки собирать, потому что в них очень много денежек. А еще, ребят, прошу вас заметить, я купила все домики. И вообще нету ни капельки, никакого... Делан? Не очень как-то звучит. Я знаю, что они очень... Что и вот эти люди очень любят... О, деньги! Очень любят воровать монеты. То есть, допустим, ты открыл сундук, а они сразу бегут, монеты им надо. Но я беру и вот так вот их бью нахрен пистолетиком такая. Уи-уи-уи-уи-уи. Вот почему легенды молчат? Что это за фигня? Все молчит. Все молчит. Смотрите. Не, ну серьезно. Хеликоптер. Хеликоптер. Вэм. Бэм. Это American House, вроде бы. Я ж не ошибаюсь. Вроде бы это либо вот это American House, либо вот это American House. Где Америка? Ну ладно. А, да, это, по-моему, вот это же American House. А, нет, это не... Вот это не American House. Где American House? Эти дома у меня тоже куплены все. Вот я жила вот в этом доме, но накопила на другой дом. О, какая красивая камечка. Камец. Давайте, я не знаю, как это читать. Мне кажется, камич. Нет, давайте она будет камицу. Мне кажется, ей больше подходит. Почему тут мне... Я вот всех зачитываю, как какие-то японские имена там всякие. Какой паренек. Берси. Красивый Берси. Мне ты нравишься. Все, у меня теперь есть парень. Мой первый парень. Я не понимаю, почему гамерша. Что такое? И вообще, что такое гамерша? Потому что, ну, как бы, серьезно. Что такое гамерша? Поэтому она мне так. Мы с ней не дружим, а так скажем, просто работаем вместе.
Так, я боюсь, что она мне деньги ворует, поэтому... Папа. Все, пока. Монета, монета, монета. Смотрите, какой ходосый. Он говорит, хорошая идея. Это тоже не American House. Вот это же, а. Это не American House. Где American House? Вот. Вот это American House. Он стоил 5000 чем-то. 5500. Я его купила. Он самый последний был у меня дом. Я купила за 2000 клёвый дом. И сейчас я в нем живу. Он клёвый. А мне, я не очень люблю большие дома, потому что там надо ходить, шастать, блин. Но было, я считала, что он клёвый как-то. Это печка. Я очень долго на него копила, но покупала другие всё-таки. Но все равно мне тоже очень нравится этот мега большой дом. Он клёвый. Ага, он очень клёвый, поэтому мне он нравится. Но который дом поменьше, Modern Villa, я строю себе тут, построила, точнее, уже дом на дереве. Вот такой красивенький домик у меня. Вот так вот красиво, как вы считаете? Вот тут я сделала ворота, чтобы никто не зашел, видите? Вот это вот ворота я сделала специально, чтобы... Люди ко мне тут не заходили. О, малинка, малинка. Какая клёвая малинка. Знаете, клёво? Она из чего? Она из Швеции. Белый блок. Сейчас я покажу свои фоточки. Итак, начнем. Первая фоточка. Вторая фоточка. Третья фоточка. Четвёртая фоточка. Шестая фоточка. Седьмая фоточка. Восьмая фоточка. Девятая фоточка. Десятая фоточка. Чё ты на меня пикаешь? Офигел, блин? А? Я тебе сейчас... А ты такой... Вякнул на меня, посмотрите-ка. Понятно, вот. Вот вам всем. О, я пойду лампу угороду. Это лампа? Я не знаю, лампа ли это, но я это возьму. Я чувствую, кого-то сбили. И тут монеты. Это не очень... Какая красивая! Какая красивая! Как это зовут? Бева. Бев? Красивая девочка, Бева. Так, давайте удалим некоторых, кто у меня тут. Малинка и хамиц. Камич. Камич удаляем. Бев Велан. Бев пока. У меня идея. Нет, мне нужна Бев. Она будет... Она хочет есть, по-моему. Бевов, пошли. Бев. Она не будет моей подружки Бев. Мы не возьмем ее в подружки, но давайте пройдем на покормим ее. Она очень клевая. Он спрашивает, how are you? How are you? Как ты? Типа, заходи давай. Я тебя накормлю. У меня тут яички вареные, яички. Я ничего не удалила, кайф. На, виноградик. Мяско. Мяско. Арбуз. Виноградик. Сыр. Чиз. Листья. Ну ладно, накормили все. Теперь вали отсюда. Ну ладно, давай ты с нами останешься. Ну ладно, она у меня ночевать останется. Пошли. How are you? Она вроде бы снова спрашивает у меня. Ну все, короче, на, это тебе пастель. Спи. А я в компик пойду играть. Так. А что, тут нету, что ли? Так, давайте настроим, как мы будем играть. Башка должна быть прямо. Вот так примерно.
По-моему, я... Ну-ка, как вытягивать? Не туда вытягивать. Значит, правильно. Давайте тогда так. Типа... Ну-ка. -55. Сколько тут? 45 должен. Как-то так. Все. А, все, нет, нет, нет. Надо настроить. Ну-ка, ноги, ноги, ненормально. Сколько? -46. Теперь все замечательно. Все, сейф. Как мы сидим обычно? Все, типа я прошла тут. Не обращайте внимания, что я чуть-чуть хриплым голосом говорю. Пойдемте денежки воровать. А у кого? Опа! Руки вверх, штаны наверх. Так? Руки вверх, штаны наверх. Как-то я неугрозительно сказала. Руки вверх, штаны наверх. Блин, а тут не получился дубль. Смотрите, убежала. Руки вверх, штаны наверх. Руки вверх, штаны наверх. Все, нормально. Где она такой костюм взяла? Спишем, пойдемте купим. Не обращайте внимания, я не заика просто. Наверное, что-то бывает от волнения. Ну вот у меня такая радужная есть. А такой радужной у меня нету. Где такую радужную взять? О, смотрите, какая красивая. Возьмем. Это не очень, не очень. Это... Я видела Камилу тут. Есть тут Камила? Нет, тут нет Камилы, значит, я же... Александра, Саша, Диана, Анастасия. Так это одно и то же. Анна, Мэри, Вероника, Бритни вроде, Битри, Виван, Вивиан, что ли, Виола, Гвен, Глора. Какая сладкая. Она такая... Блин, а где такое найти? Келли, Диана. Тоже Диане какая-то. Терри. Вот мне вот это нравится, купим. Во! Нашла, купим. Нормально. Мы все покупаем. О, смотрите, будем, когда... Бианка ее зовут, отлично. Будем надевать этот костюм, когда будет кого-нибудь грабить. Вот это их мне сейчас ношу. Так. Давайте за вот этого походим. У меня вот такие еще всякие скинчики есть. Какие у меня есть скинчики? Такие, такие, такие. У меня залагало. Твою дивизию. Перезагрузка игры. Черный экран. Кайф. Вот такая, вот такое. Я не знаю, зачем я вот это купила. Но это как-то странно. Зато юбочка есть. Почему юбочка на руках, я не знаю. Эту я, конечно, не против купить, но у меня сейчас денег нету. Шерли, что ли? Шерли? Шерли. Вот такие часто ходили вот в таких всяких нарядах. О! Прожили 619 секунд. Ты уже, что ли? Да не верю как-то. Ну ладно. Зато деньги заплатили. Давайте просто будем гулять в этом. О, я тоже, что ли? А, нет, надо сделать. Уи-и-и. Ламба, ламба, ламба! Или это не ламба, или не ламба. Смотрите, какой идет. Грустный. В капюшончике. Если что, я пошутила про один там наряд. Да. Смотрите, как надо. Смотрите, как надо и учитесь. Все, пока. Ламба, 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 ламба. Золотая машина. А, нет, не золотая. Домашний питомец. Все.
это Пикачу. Она моя. Какая клевая. Мы бесконечно будем ставить ей лайки. Там красная ламба, но мне уже на нее пофиг. Красная ламба! Ладно, шучу. Все, у меня теперь есть животное. Пикачу! Пикачу! А ну иди сюда. От меня никто не убегал еще живым, понятно? А, свидетель! Мяу. Все, свидетель. А ну, руки вверх, штаны наверх, стоять. Бежать. Все, живем. А ну, лежать. Это тот самый чел. Блин, нас в тюрьму не посадят. Ой, убивай. Убираем улики. Деньги, давай сюда. О, тут еще сундучки и мешочки. Я уже два выпал. Там чел в мусорке застрял. Неси, точнее. Это тот, который деньги мне не дал? Тогда пока. Я видела, у меня там сундук. Я имела в виду, там большой сундук еще есть. Опа. Чего сидим в телефонциках? А стоять! Деньги верны. Деньги тут только мои, понял? Надеюсь, понял. Еще чел. Стоять! Пошел! Да я сейчас разбогатею, мне кажется. Пошел отсюда, понял? Падай. Мы крутые богатырчики. Что ты сделал? Верни деньги. Завидую, у меня тут еще два сундука рядом. Понял? Я с тобой не поделюсь. Иди отсюда. Злой. Еще! Деньги сюда! Сегодня мы грабежники. Когда она трясет головой, это значит, что она сейчас встанет. Стоять! Мы разбогатеваем с вами все больше и больше. Смотри, там деньги будут. Что ты сделал? Деньги давай сюда. Молодец. Не забирай больше денежки у меня. Я видела, у тебя деньги были. А давай сюда деньги. Обманщица, блин. Значит, кто-то другой деньги забрал. Вот ты забрал деньги, а давай деньги. Нет, не он забрал деньги. Все, тогда валим. О, еще два сундука прогрузились. Кайф. И мешочки. Спасибо, конечно. Мне очень приятно, когда дофига сундучков. Мы с вами разбогачеваем. Машины, кстати, тоже, наверное, могут за нами следить. Руки вверх, штаны наверх. Понял? Руки вверх, штаны наверх. Эй, сколько денег. Молодцы, деньги с собой носите ради меня, спасибо. Короче, я просто забираю деньги. А сейчас мы идем за самым большим сундуком этого мира. Ю-ху!
Это самый большой сундук. Это самый большой сундук. Кайф. Забираем все, что тут есть. А вы смотрите. Е-е-е. Вот так вот. Богатыри мы. У меня папа спит, я буду потише говорить. Еще сундуки, да вы только посмотрите, как же это замечательно. Опа, еще деньги. Ну-ка давай сюда. Деньги отдай. Смотри, денег нету, не носит свой день. О, еще один. Блин, у меня не получилось взять у меня деньги. Давай сюда деньги. Деньги. Мне от вас только деньги нужны еще. Какая она красивая. Бину. Да, Бину. Так, все, она будет моя дочь. Руки вверх, штаны наверх. Здравствуйте. Вышел на сушу. Так, иди ко мне. Мы тут с вами крутые богатцы. Еще, руки вверх, штаны наверх. Блин, что-то мы его утопили. А давайте реально сфотаемся с ним. Блин, ах ты! Держать! Идеально. Все, теперь можешь. Почему нельзя познакомиться с теми? Ах ты, деньги верни. И спотаемся с ним. А ну лежать. Что ты сделал? Деньги забрал, да? О, смотрите-ка. Деньги возвращай. Иди фототься будем. Идеальное фото. Все. Спасибо. Еще сундучки. Так, руки вверх, штаны наверх. Надо поменять сейчас батон. Смотрите, сейчас бы деньги украл у меня, и все. Не украдешь. Смотри, какой мистер. Блин, а вас нельзя потрогать. Обидно. Hello. А что ты такой большой? У меня только мужики. Клёво. Кайф. Как там спрашивают? А нам пофиг на то, что как мы. Сегодня мы танцуем. Понятно? Как-то странно я произнесла это, ну ладно. Мне очень нравится эта клёвая игра очень. Смотрите, моя подружка. Можно? Нет, не сейчас вот. Ну ладно. Как вы там хватает? Так. Идите, пожалуйста, мадемуазель, куда-нибудь. Не, давайте не будем их на улице выпихивать, их все равно видно будет. А выпихнем их, как будто бы они просто так пришли. Потанцевать.
Это надо аккуратно сделать, чтобы они в колонку не влезли. То у меня было уже так. Блин. Ну, с девочкой не вышло, теперь это волшебная стена, так сказать. Живая стена. Нет, 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 я не позволю, нет. Нет. Ай, нет, я не хочу, чтобы он в колонку превращался. Неудачная попытка, ну ладно. Тоже будет танцевать, мне помогать с колонкой, понятно? Ну, ему уже не помочь никак, блин. Я хочу показать себя в роли диджея. А для этого мне понравится вот этот скин. Он очень клёвый. Какие-нибудь вот такие ботиночки. Не обращай внимания на стену, будем фототься. Все, всем пока. Я на второй этаж. Я знаю, тут можно денежки зарабатывать за бармена. А нет, лучше на третий пойду. О, тут пусто, но клево. На втором этаже как-то... Вот тут можно как раз подзаработать. Давайте уберем это все. Ну все, сейчас будем обычная девочка. Там. Кто мы там были? Я уже не помню, кто мы были. Все вспомнила, кто мы были. А кто мы были? Мы были фиолетовая вот эта штучка. Ну что ж, я знаю, как в это играть. Я не первый раз тут играю. Тут надо все... Джуз, 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 везде джуз. Че? Вот они приходят, и у них... им уже не хватает... Они через 3 секунды, все, им уже мало времени, они уйдут скоро. Вы посмотрите, какой наглый! 3 звезды у него уже! Офигеть! А нужно ли тебе столько ждать? Вон парень хорошенький. Вот на мне еще 16 клиентов, похоже, надо принять. Ну, вот это вот, я не знаю. Да, 15 уже. Делать... Сделаем это быстрее. Ты не сони, так, делаем побыстрее, а то я уверена, вот сейчас я так и знала, блин. Осталось чуть-чуть. У меня осталось еще 13 клиентов. 12. Так, что да. Так, 11. Десять. Девять. Так. Восемь. Мне осталось. Семь. Так, так, так. Четыре. Три. Два. Ряды показывают. Ноль. Хотя мне еще двое надо. Минус один.
Мне, видимо, должно у меня было закончиться на этом. Я заработала 105 монет. Какая я молодец. А я не знала, что там дырка. Ну ладно. Вот так вот, короче. Мне уже все нравится. Смотрите, какие тут еще классные. Ламба, 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 я догоню. Или не догоню. Или я догоню. Они вот сюда едут. Все, я догоню. Иди сюда. Все, пока. Пошли все нахрен с дороги. Ай. Просто ездим по кругу. Монеты! Сейчас я, смотрите, заулыбались монеты. Они получили, да? Заулыбались, да, конечно, да. Что ты сделала? Бибикнула на меня, пошел нахрен. Смотрите, моя сестра-близняшка. Как ее зовут? Не знаю, как ее зовут, но она мне нравится. Селекса ее зовут. Красивое имя Селекса, все. И Селекса. Что случилось, что вы так все съехались? Близ. Так, давайте посмотрим, сколько у нас друзей, и посмотрим, кого удалить. Удаляем, пожалуй, ее. Её. Нормально. Всё забибикали. Да ладно вам. Покажем, как её зовут. Икора. Слушайте, это Майнкрафт, а тут девочки, мальчики ходят с анимешными лицами. Что за фигня? Почему с анимешными? Я, если что, не про игру. Я говорю про то, почему... О, это дом у меня куплен? Это какой дом? А, все, я поняла, что это за дом. Не признала. Ладно, ребят, пора заканчивать это видео, мне кажется. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте тыкать на колокольчик и писать мне комментарии. Ну а с вами была я, Алиска Маргариска. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Ой.